Меня зовут Ван Фусин. Я студент из Китая. Александр Сергеевич Пушкин. Цветок. Цветок засохший, бездыханный. Забытый в книге, вижу я. И вот уже мечтою сдала, и душа наполнилась моя. Где цвет? Когда? Какой весною? И долго ли цвет? И солован кем? Чужой, знакомой или рукою? И подарю сюда зачем? На память нежного ли свидания, или разлуки роковой, или одинокого гуляния, в тиши полей, в тени весной. И жив ли тот, и да, жива ли, иначе где их уголок, или уже они вяли, как сей неведомый цветок.